От них зависит надежность, качество и долговечность трассы магистралей. 17 октября отмечается День работников дорожного хозяйства. В честь профессионального праздника лучшие представители этой специальности были отмечены на областном уровне. С торжественной церемонии материал Людмила Кухаревой. За трудолюбие и профессионализм благодарственные письма тем, кто строит и ремонтирует автомагистрали. Дороги – настоящий локомотив экономики. Они обеспечивают бесперебойное и безопасное движение транспорта, доставку грузов, развивают территории, соединяют населенные пункты. Дороги – это одно из самых важных в нашем городе. Обеспечивают всю инфраструктуру города. И не только города, а также и сел. И содержать, и ремонтировать дороги – одно из самых главных задач нашего города, нашего предприятия. Сегодня дорожная отрасль области переживает не лучшие времена. В этом году в сложных финансовых условиях в регионе было отремонтировано немногим более 40 километров магистралей. Поэтому подрядчики делают ставку на новые технологии. Мы сегодня применяем много новых современных технологий при строительстве искусственных и ремонте искусственных сооружений. Это и барьерное ограждение оцинкованное, это практически и сталь, и фибробетон вместо защитного слоя. Это и сухие смеси, и мака, которые применяем при ремонте железобетонных конструкций. Изменения в сфере ремонта существующих и строительства новых трасс специалисты связывают с возрождением Федерального дорожного фонда. Планируется, что такие же фонды будут создаваться и на местах. Это позволит планировать развитие отрасли на несколько лет вперед и более эффективно использовать бюджетные средства. Хочу с большим удовлетворением сказать, что в следующем году, в 2011 году, финансирование дорожной отрасли будет увеличено в разы по сравнению с этим годом. И убежден, что те задачи, которые мы ставим перед собой, мы сможем во многом выполнить. К слову, несмотря на последствия кризиса, все объекты дорожного хозяйства, запланированные в нынешнем году, будут сданы в эксплуатацию в соответствии с графиком и надлежащего качества. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтума».